Привет всем. Короче, палкой нагнал и пошли в лед только серпатые голуби. Ну, подсерпленные, там, колерованные, кто как хочет так называть. Вот они. А эти вон не хотят. А эти не хотят вон. Простички. Так что тут интересный вопрос. Вон серпачи летят. Странный вопрос. Чего они не летают у людей? Вот. Вот такие вот. Вон еще выше. Еще одно. Того их. И вот еще одно. Высоту уже приличную набрали. Наверное, метров 700. Да я шучу, метров 200. Может, 100. Даже не 200, 100 метров. Вот они. Вот на всю приближаю. Вот ихняя высота реальная. Так, ну накидал я всех, короче. Своих, всю свою молодежь. Вон они пошли. Кто пошел, кто не пошел. Вот тут вон голуби вообще уже на средней высоте. Вот я еле их ловлю, это метров 400. Тут целая банда. И вот молодежь. Вот такая молодежь. Вот такая молодежь. Садится, садится он. Блин. Вот. Вот такие колеровки. Вот. Там он еще идут, подходят. Молодцы. Не, ну так, если без приближения, то они в мухах. Вот. Тут двоечка какая-то. Вот, еще тянутся. Ну это борьба с ветром, потому что, если честно. Вот это два серпастых. Вот это они, но это максимум приближения. Че, минут 30 уже летают. Так, на посадке осталось метров 50. Серпач. Но он не последний. Еще есть красная, по-моему, Вадика Полищука. Еще оно должно быть где-то в небе. Голубка осталась. Он перед рейсом оставлял. Она еще точно где-то летает. Вот серпач на посадочке. Это метров 50 осталось. Может даже меньше. Один. Все остальные уже сели.
Ну что, зачетик, часик. Часик отмантулил. То есть могут серпатые летать часик.